У вас красивое платье. Спасибо. А у вас пиджак огонь. Спасибо. Надеюсь, рейс не задержат. О, не должны. Круто. Простите, что это было? Что? Вы встали впереди меня. Ну да. Вот именно, вы знаете, что сделали. Но самое смешное, что вы не пройдете первым на посадку, потому что первыми на посадку идут инвалиды. Или, может быть, вы инвалид? Да. Я хочу занять свое инвалидное кресло. Он закоренил их хвостяк. Зачем летите в такую даль? Мой бывший пригласил меня на свадьбу. Только не говорите, что это свадьба стала Пакита. Она коварная соблазнительница. То есть мы гости, которых не знают, куда сунуть? Боюсь, они могут сунуть нас куда-то вместе. А я хочу, чтобы было понятно, куда меня сунуть. И свадьба совсем не их тема. Это свадьба какой-то дурдом. Пир во время чумы. Ты не веришь, что каждому кто-то предназначен судьбой? Почти. Я верю, что никто никому нафиг не нужен. Но эта свадьба – чей-то хитроумный план. Поверить не могу, что после того, что Кит сделал с тобой, ты можешь гулять на его свадьбе. Потому что ты горилла, которая не понять тонкости человеческих отношений. Проще построить отношения с гориллой, чем с тобой. Заманить их в любовные сети. Ты знаешь, под моей пижамой ничего нет. Правильно, нафига? Тут и так жарко. Чтобы жили долго, пока смерть не разлучит их. Да, да. Мне кажется, это горный лев. А может, это ягуар? Какая разница, кто нас сожрет? А может, пума? Твою ж мать. Вайнона Райдер. Киану Ривз. Почему тут нет асфальтированных дорожек? Я же на шпильках. Ты не мог бы перенести меня? М? Что? Так медленно меня еще никогда не носили. Жрать надо было меньше. Как женить холостяка? Подробная инструкция в кино с 30 августа.